Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовы. В сегодняшнем видео хотел выложить видеообзор свой по поводу колеблющейся, вращающейся блесны советской. Называется она Муза-1. Вот. Выдавлена на внутренней части. Стоят бусинки пластиковые. И отличительной чертой, которую хотел бы выделить, то что на большинстве советских блесен, как вращающихся, так и колеблющихся, идет шла с завода вот такие вот заводные колечки, не колечки, а вертелюшки. Вот. И чтобы снять его отсюда, необходимо, соответственно, кусачками просто откусить его и вставить свои. Вот еще вот они такие старого плана. Вот. Как и все блесна вращающиеся советские, они довольно-таки тяжело заводятся, но неплохо держат струю. Это хорошо для рек. Вот. Сейчас посмотрим, как она идет себя в воде. Довольно-таки легкая она. Вот. В ванне тяжело провести ее. В водоеме это получится гораздо легче.